В рамках празднования Дня города радио «Шансон Саратов» исполнило желание горожан. В течение месяца слушатели звонили по номеру акции 101,5 желаний и делились своей мечтой. Удалось ли воплотить их в реальность в нашем следующем материале. День города радио «Шансон Саратов» отметила по-особому. Для гостей корабля «Шансон и Весо» весь вечер звучала душевная музыка и авторские композиции саратовских исполнителей. В рамках программы, помимо угощений, сувениров и конкурсов, представители радиостанции вручали подарки счастливчикам, участвовавшим в проекте «101,5 желаний» на радио «Шансон», которые оставляли свои мечты на автоответчик по номеру 232-402. Сегодня в День города радио «Шансон» исполняет ваше желание, и вы получаете вот этот видеорегистратор. Оксана Орехова попросила радио «Шансон» исполнить ее желание. Ей очень хотелось уберечь себя, своего первого и будущего ребенка на дороге. Говорит, часто ездит за рулем, уже давно хотела купить видеорегистратор. Про акцию 101,5 желаний услышала также в машине. Слушаю радио «Шансон» постоянно и узнала про эту акцию. Решила позвонить, надеялась, что мое желание исполнится. Очень этому обрадовалась, когда узнала, что получу такой подарок. Исполнить желание, говорят организаторы, помогли спонсоры. Партнер акции, сеть магазинов «Наши дети» помог исполнить детские желания. Спасибо. Друзья, давайте поаплодируем. Вот так вот ради сестры исполнил ее небольшое такое желание. По словам организаторов праздника, это лишь малая часть победителей. Просто поздравить всех за один вечер нереально. К тому же акция 101,5 желаний на радио «Шансон» проходит и по сей день. Подведены итоги лишь первого этапа. Люди звонят нам, рассказывают о своих желаниях, и каждое десятое желание исполняем. Сегодня вот мы решили провести подведение итогов и исполнить 8 желаний наших слушателей. В День города сделать вот такой подарок жителям города. Самое интересное под занавес праздника. Каждый зритель смог побороться за особый, эксклюзивный подарок от радио «Шансон Саратов» – билеты на концерт Сергея Трофимова. Финальным аккордом праздника стал фейерверк, приготовленный радио «Шансон Саратов» для жителей и гостей нашего города. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.